значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Будучи чистолюбивыми, они часто идут в политику и благодаря ярко выраженной индивидуальности могут достичь высоких положений. Буква С в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Коммерческая вибрация указывает на несгибаемую волю, огромную внутреннюю силу и способность к концентрации. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Звук К в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Склонны проявлять сдержанность и могут быть застенчивыми. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.